Покажи, сколько ты вещей набрала. Всем привет! Сегодня вечер, я много не снимала, я сейчас пытаюсь все с прямыми трансляциями как-то разобраться. Очень большие у меня проблемы с записью видео, поэтому не сильно много снимаю. Все никак не могу провести все желаемые розыгрыши, которые бы я хотела, да. Сегодня мы ходили, шопились с дочкой, да, и вот немножко расскажу об этом, покажу, что мы прикупили. И сегодня я впервые попробовала батат, и наше впечатление тоже я засняла на видео. Вот. Если вы... вам это интересно, продолжайте смотреть и ставьте лайки этому видео. Покажи, сколько ты вещей набрала. И я, да. Боже, оно, по-моему, толстит, это зеркало. Нет, это колей. Кошмарно, она диета. Настя, что ты там делаешь? Я волосы. Класс. Вот эта кофточка мне очень нравится. Сейчас взглянем цену. Цена, по-моему, вообще очень демократия. Что тут у нас? Видно? 199 гривен. 199 гривен. Это вообще, вообще я не понимаю. И мой размерчик, дай его животик нам подкачать. Вау, супер. Я думаю, что-что? Да, мне нравится, кстати. А ну, ну выйди, пройдись, чтобы мне было видно тебя. Очень классно. Единственное, что меня смущают немножко рукавчики. Вот. А так вообще, по-моему, очень клево. Вообще, Настя, ты смотришься, очень оно красиво. Единственное, что вот... больше принести. А какой это размер? Дай, повернись ко мне. Это у нас... XXS. Тебе надо XS или S, да? S. Хорошо, сейчас посмотрю. А где оно было? Короче, давай сними ему девочку, попросим, а не я буду бегать искать. Это... ну, это такая. Не очень тебе нравится? Мне тоже это не очень. Моя? Да, твоя. Моя мне очень нравится, как тебе моя. Моя тебе нормально, мне нет. Ну, давай выйди мне девочки. Этот. Ну, так где девочки? Ну, позови. А ну повернись ко мне еще раз и покажись. Да, мне тоже не очень такая. Ее еще и гладить надо будет постоянно. А вот это вот не надо гладить, и мне очень нравится. Вот, кстати, да, зеркальце, по-моему, стрейнит. Скажи, это самое лучшее. Нет, Настя, черная это не самое лучшее. Ну, красиво же она на мне сидит. Ну, согласись, не идет черная. Ну, она просто что в обтяжку, тебе любой цвет будет идти в таком фасоне. Черная полнит мой блондинист. Ой, дополняю. Ой, короче, давай, переодевайся. Так, кто тут у нас? Ты в том же самом, да? А не видно, что это платье? А, это платье? Ну ладно. Они разные, ну чем они разные? Ты ее можно вам увидеть. А еще три штучки. И длиной это такое? Давай что-то приличное для школы подберем. Чем это не прилично? Что закрыто? Грудь закрыта, попа закрыта. Вот. Хорошо, могу так взять. Ключицы закрыты. Прикольно очень. Ну, немножко не твой стиль, но достаточно прикольный такой летний вариант. А что значит мой стиль? Какой мой стиль? Не, ну у тебя обычно в обтяжку и короткое все. Это немножко... не в обтяжку и не короткая. Ну, а так прикольно. Да ты всегда стройна. Хочешь, я рядом стану, чтобы ты убедилась? Ты со мной будешь рядом на пляж ходить, да? Давай. Ну, придется с тобой ходить. Когда ты зайдешь? Давай. Вау! Класс. Повертись. Вообще, мне очень нравится. Ну ты берешь мне. А на сколько стоит? Не знаю.
Нет, ну не знаю, мне не подходит. Может, тебе размерчик поменьше? Я на домработницу похожа. Знаешь, такая пошла баба Валя, такая, я мужик. Ну, может, размерчиком поменьше? Нет. А что тут за размер? Подожди, стой. Ой, тут прикольно еще, сейчас или никогда. Ой, за 500 гривен, не надо такое, не тянет оно. Конечно, приятная ткань. Ну, это такое себе. Мне нравится. А что за взгляд был? Оно черное. И что? Ну, кстати, вот это мне больше нравится, чем эта футболка, но она более спортивная. Шаша? Не идет? А я хочу. А на меня он налезет, как ты думаешь? Что? Ну, мне кажется, под него надо другую футболку, не черную явно. Ну, меньше не надо, или меньше? Что? Не мое это. Ты что раздеваешься? Ты повязу не можешь расстегнуть. Да. А если меньше размера или думаешь не пойдет? Оно мягенькое такое. Хотели брать эту футболочку, а потом дочитались до надписи. Что тут у нас написано? Алло. Да, если что, звони на этот номер, потому что мой телефон сел. Заказывай сейчас, бесплатная доставка для всех выход? Доказов. Заказывай, обратитесь к нам за больше информации. Ну, короче. А мама, где мы именно? Мы на КПИ где-то. Пойдем в Цезарь? Да, возьмем бургер Цезарь. Мы пришли в бургеры. А как это? Сар-бургер. Теперь не знаем определиться, не можем, что мы хотим. К нам уже два раза подходили, спрашивали, определились. Мы тут сначала не могли понять, что такое Star Fries, потом что такое Coleslaw. Я думала, может, это кола. Если у них Star Fries, то это картошка фри оказалась. Настя. Да. Можно лимонад малина? Большой, маленький? Маленький. А потом, может, все-таки же салат. Вам на один счет? Да, на один. Не, на один. Да, Цезарь, Цезарь. Сет с курицей Цезарь? Это бургер. Да. И сет Гарри Супер Чиз, вот это с четырьмя сырами и с бататом, с картошкой. Когда я сейчас по 49 гривен должен быть. Да. К бататам может соус какой-то. А какой вы рекомендуете? К батату Блю Чиз. Блю-чиз? А там же что? Ну, давайте. Не можно, вот это мне тоже. Это у тебя есть. Это же в сет оно входит все. Это оно будет. А с какой картошкой вы хотите? Толстый, тонкий, чипсами или бататом? Чипсами. Может, еще соус какой-то? Нет, все. А вам из-за пинка? Ничего, я не беру. Это все? Да. Итого, это малиновый лимонад Эль, да, сет Цезарь с чипсами и сет горячий с бататом и соусом. Да. Крыша вроде ничего почти не заказали, но предварительно, я так прикинула, это будет гривен 500. Так нормально. Ничего не нормально, мы в Макдональдсе едем дешевле. Я тебе предлагала Макдональдс. Все, будем ждать свой заказ. Это вещей на сколько у нас получается? Где-то на 1000 гривен? Наверное. Плюс 500 тут, это 1500, да? Просто так пошли девочки в школу подать документы. Может, девочки? Девочки. Папа нас прибьет. Ты сказал, что он узнает. Он, оказывается, подписался на мой канал. Он у меня несколько... Как подпишется, так и отпишется. Нет, он не отпишется. Он меня несколько раз просил, пришли мне ссылку. Я ему не присылала, а потом один раз я спала, у меня был открыт ноутбук. Спасибо большое. У меня был открыт ноутбук, и я смотрю, у меня новый подписчик, наш папа. Ну и что можно убрать? Я говорю, а как ты дошел? Я же тебе не рассказывала. Он говорит, что ты спала, я смотрю, у тебя он открытый. Я зашел, не почитал, как ты называешься, и нашел. Ну, молодец, папа. Так что, папа, привет. Мы потратили все деньги, которые у нас были. Правильно? Еще не все. А, еще не все, да. Скоро все потратим.
нам принесли еду, и тут к ним дается вот такие вот перчаточки. Настя, покажи. Покажи ручку. Я шрай. Да, я. Боже, я могу без крыша так руками есть, я не знаю. Настя пробует батата, ну-ка, расскажи. Ну что, картошка лучше? Да? А то мы дикари не ели никогда батат. Ну что, что там есть? Я лично такое ел. Ел? Да. А где? Явно не дома. Смотри, блин. Дай пока как-то. Так, вау, я сказать не могу. Ну, в принципе, прикольно. Мягче, все вкусно. Все вкусно? Кстати, надо показать наши блюда, пока мы их не съели. У меня бургер с каким-то заумным названием. Я не помню его. Вот тот соул-коу, что мы говорили, это вот этот вот салат с капустой, оказывается, да. А у Насти с курицей называется Цезарь. Кстати, мне Настя больше нравится, чем мой. Тебе всегда мой. А вам чей больше нравится? Да, вот Настя всегда как-то заказывает то, что мне всегда нравится больше. Я не знаю, что это такое. Ам-ам-ам. Ну что, в бургерах нам все понравилось, очень хорошо наелись. Ну, короче, денег потратили немножко больше, чем ожидали. Я немножко была приголомшена, да, на двух человек вот по бургеру. Такому, ну, прилично выходит, на мой взгляд. Плюс, я думаю, калорийно очень. Поэтому я сегодня прыгала и бёрпи, и все. А на вечер у нас теперь капуста. Да, сейчас я тоже все покажу. Ну, в общем-то, в принципе, заведение... Мне относительно понравилось. То есть еда была вкусной, но есть небольшой запах, как в столовке какой-то обычной. И плюс меня не покидало вот сомнение, вот эти резиновые перчаточки, там еще какие-то были. В общем, вещи, которые одноразовые, и меня вот что в Макдональдсе, что так смущают вот это вот экологические последствия вот этого вот, вот такого вот потребления, и меня это немножко напрягает. Поэтому очень прошу, если кто-то, кто имеет отношение к политике заведения, и хотелось бы узнать или рассказывать людям, возможно, вы эти перчатки отдаете на переработку, они перерабатываются, и все у вас эко, супер эко. Да, и немножко непонятно было, соус мне принесли в пластиковой. То есть, если вот тут салатик был в нормальной керамической емкости или там стеклянной, не помню в какой, то соус мне принесли в обычное пластиковое и, по-моему, в таком пластике, который не перерабатывается. Ну, в общем-то, в заведении, где посуда моется, все подают на тарелки, приносить в пластиковой емкости что-либо, ну, как-то это странно для меня. Вот. А так, в принципе, если перекусить и есть деньги, то рекомендую попробовать. Было очень вкусно и очень сытно. И после... этого очень сытного. Теперь у нас очень скромный ужин, да, капусточка и зелень. Мама, у нас холодная вода. Есть холодная вода, не переживай. В общем, я хочу воду. В общем, теперь впереди будем сидеть на диете и будем снимать видео про диету. Сейчас, котеночек, иду. Все, сыночек зовет. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вы меня очень стимулируете развиваться дальше. Пока-пока!